Не поддавайтесь на уловки мошенников. МВД Дагестана предупреждает граждан о возможном новом способе обмана с картами. В России появились случаи мошенничества следующим методом. Неизвестный звонит от имени пенсионного фонда и заявляет, что пенсионеру положена определенная выплата. Для ее получения нужно назвать все свои личные данные, данные банковской карты и код из СМС. После чего аферисты получают доступ к банковской карте и выводят средства с нее. Пожилых людей просят не доверять незнакомым людям, звонящим по мобильному телефону, и всегда оставаться бдительными. Никаких кодов из СМС для получения выплат, если такие полагаются, называть не нужно. Тем более, что массовых выплат в дополнение к пенсии нет.